Ребята, что это такое? Что это за люк? Офигеть! Вот это да, я даже представить себе не мог, что у меня под кроватью какой-то люк тут может находиться. Ребята, если вы хотите получить вещи, которые вы видите прямо сейчас на экране, то вам нужно всего лишь-то за одну секунду. Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк этому видео. Ну и третье, конечно же, нажать на колокольчик. Ну что ж, даем отчет. Раз. Ребята, я надеюсь то, что вы успели подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Если вы не успели, то сделайте это прямо сейчас. И те, кто отпишутся от моего канала, не получат эти вещи. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я, Евген Бой. Это мое новое видео по игре Майнкрафт. И, ребята, вы прямо сейчас посмотрите, какой же у меня нубский дом. Вот, я очень мало денег заработал. Да, я все деньги сейчас потратил на железные блоки, чтобы сделать себе хотя бы хоть какой-никакой ремонт. Вот серьезно, ребята, у меня нету также работы. Я не знаю, что теперь мне делать. Серьезно, я вот в таком вот земляном доме живу, в домике нуба, вот, и я сейчас буду делать ремонт. И также, ребятки, прямо сейчас напишите в комментариях, какой у вас телефон, iPhone или же Android. Да, мне будет реально очень интересно почитать, какой у вас телефон, iPhone или же Android. Да, реально, напишите прямо сейчас, спуститесь в комментариях и напишите это. Так, ну что ж, я, наверное, сейчас уже пойду делать ремонт. Я вот все деньги потратил на топор, миниган, вот это вот все, алмазный топор, все вот деньги на это все потратил. И серьезно, даже не знаю, что теперь делать. Так, давайте мы тут все сейчас сломаем, вот, потому что нам нужно делать пол, все же как-никак, давайте мы сейчас его реально будем делать вместе с вами. Так, все, я вот так вот тут все сломал, шкуру медведя тоже сломал. Так, давайте я вот тут вот уже начну, наверное, делать железный пол. Во, серьезно, смотрите, уже неплохо получается так-то, да. Так, давайте мы вот тут вот сейчас все поставим. Вот так вот. Так, ребятки, давайте мы сейчас тут вот так вот все сломаем. Вот так вот, ребята, да-да-да. Так, все, мы сейчас тут сломаем. Вот тут вот тоже мы сломаем. Ребята, что это такое? Что это за люк? Офигеть! Вот это да, я даже представить себе не мог, что у меня под кроватью какой-то люк тут может находиться. Реально, что это такое, ребята? Я сейчас жителей спрошу, скажу им то, что у меня тут какой-то люк, ребята, есть. Житель, привет. О, привет, Евген Бой, что ты хотел? Короче, ты не представляешь, у меня там какой-то люк есть. А, пошли со мной, сходишь посмотреть. Евген Бой, ты надоел со своими пранками, какой еще люк может быть в таком бедном доме? Да я не знаю даже, серьезно, у меня там какой-то люк. Ой, иди лучше отсюда, реально, не доставай меня. Хорошо, ладно, житель. Ребята, мне никто не верит, реально, я настолько походу нуб, настолько я тут бедный в этой деревне, что мне никто не верит, вы представляете, я даже не знаю, что мне делать. Ну ладно, мы сейчас откроем этот люк, надеюсь. А, вот, давайте мы сейчас сломаем тут кровать, он реально какой-то огромный. Просто офигеть. Я даже не знаю, что там может быть. Так, давайте попробуем его вот так вот тихонечко открыть. Тяжело, правда. А, все, он открылся, ребята. Офигеть, вы посмотрите, что там находится. Там какие-то двери есть. Реально, сейчас мы спустимся, сейчас мы сделаем верстак. Просто офигеть. Я такого, ребята, реально не ожидал. То, что у нас может быть, ну, вот такой вот тут люк какой-то, да, реально. Я вот просто такого вот не ожидал. Так, я забыл, как делать лестницу, правда. Да, давайте мы сейчас лестницы по другому способу добудем. Вот, у нас есть церковь, у нас есть там лесенки. Вот, потом я их верну все же. Вот, потому что, ну, нам их очень большое количество, наверное, понадобится даже. Вот так, все, давай. Вот это вот надо как-то мне вот так вот забрать, я даже не знаю. Так, еще давайте лестницы тут поищем, чтобы туда реально спуститься. Я даже серьезно не представляю, что там может находиться так такого, что там такой люк, реально. Я его не замечал ни разу у себя под домом. Так, все, думаю, 7 лестниц мне реально хватит. Вот, давайте мы сейчас пойдем туда. Вот такой вот у нас нубский дом. Так, давайте мы как-то попробуем тут лестницу вот так вот поставить. Я не знаю даже. Так, давайте вот так вот снова попробуем. Эй, а куда лестница пропала? Вы видели, ребята, это?
Так, что это такое? Смотрите, там какие-то монстры. Ой, ой-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 ой. Они сейчас, кажись, могут сюда забраться. Это будет не круто. Так, лестницы вот сюда вот все поставили. Так, фух. А, так, на, получайте, у меня есть топор. У меня есть топор, на, получайте. Ой-ой-ой-ой, так, миниган у меня заряжен, да. Все, давайте вот так вот миниганом их отстреливать. Ребята, смотрите, тут какой-то клад, реально, тут какие-то сокровища. Я просто не представляю, что тут может реально находиться. Так, ну мы сейчас их попробуем одолеть, конечно же. Так, давай. Так, давай, на, получайте зомбаки. Получайте, нате, получайте, вот так вот вам. Так, ой-ой-ой, так, ай, ай-яй-яй-яй. Они меня сейчас, ой, нет. Так, ребята, ё-моё, так, давайте спускаемся. Так, давайте это как-нибудь сейчас добудем. Вот, я даже не знаю, как это мы можем сейчас добыть, но мы как-то добыли это реально. Так, так, давайте вот тут вот все забираем и снова попытаемся их сейчас уничтожить. Так, все, одного мы уничтожили уже. Так, давайте перезаряжаемся. Давай, быстрее. Быстрее, перезарядка. Вот так вот, на, получайте. Офигеть, ребята, что мы тут нашли только что? Золото, нифига себе. Вот это я разбогател, ребята, серьезно. Так, давайте мы его добудем. Наверное, так, давайте. Офигеть, вот это да, тут золото есть, реально. Я не знаю даже, что еще в сундуках тут может лежать. Офигеть, алмазы, я пошел делать алмазный дом себе. Ребята, серьезно, тут есть алмазы. Так, главное не проболтаться об этом жителям. То, что я тут нашел какие-то сокровища, а то они у меня потребуют, потому что это, ребята, реально не мой дом. Так, давайте мы быстренько кирочку сейчас вот так вот устанавливаем. Так, и быстренько сейчас еще делаем лопату себе. Какую-никакую, но лопату мы делаем. Так, давайте быстрее мы делаем лопату, получается. Все, отлично. Так, давайте мы тут все ломаем. Серьезно, я могу сейчас просто сделать себе алмазный дом. Благодаря вот этому, то есть, да, то, что я сейчас нашел. Вот, это действительно очень круто. Так, ну, думаю, мы сейчас его и сделаем. Да, жители, наверное, вообще офигеют, когда они придут ко мне домой. Снова же, да. А я вот такой вот уже богатый, серьезно, ребята. Я буду очень-очень-очень богатым человеком, если я себе сделаю алмазненький пол. Вот, но пока что я реконструкцией дома потом займусь, потому что, ну, сейчас мне будет некогда. Сейчас мне нужно эти богатства положить куда-то в другое место, а то вдруг жители еще найдут, ну, или же спрятать. Ну, вы сами понимаете то, что жители меня могут тут ограбить, как бы, да. Поэтому давайте мы сейчас тут алмазненький дом сделаем. Так. И давайте вот это вот еще сломаем мы, конечно же. Так, смотрите, сейчас мы можем сделать, ребята, знаете что? Так, мы можем сделать алмазную дверь, получается. Так, давайте мы сейчас ее и сделаем. Вот так вот, смотрите, я серьезно сделал себе алмазную дверь. Так, теперь ступеньки надо будет как-то сделать тоже алмазные. Все, отлично, ребята, у меня теперь алмазная дверь, у меня есть теперь все. Да, так, давайте мы сейчас тут установим вот эту вот шкурку медведя. Также давайте мы поставим тут столик, а вот тут вот мы поставим, получается, где-то стулик, вот так вот. А тут мы поставим вот эти еще вещи, вот компьютеры, тут мониторы, которые нам нужны, которые, кстати, на последние деньги свои купил, которые у меня были, но сейчас я разбогател, серьезно, я нашел сокровища вот эти вот, это очень действительно круто. Так, а тут мы, знаете, что мы поставим? Где-нибудь вот тут, давайте поставим телевизор сюда, чтобы вот так вот на кровати, короче, тут лежать и смотреть его. Так, ладно, давайте мы сокровища, думаю, тут оставим. Сейчас мы посмотрим, что тут еще интересного есть. Так, ну, да, тут очень много денег и очень много сокровищ. Также тут есть машина и лаки-блоки. Офигеть, давайте мы сейчас поднимемся. Так, ну мы сейчас эти сокровища закроем, да, чтобы потом их как-то оставить. Подождите, у меня же есть тут лестница, да. У меня же есть тут лестница. Все, отлично. Давайте мы сейчас этот люк закроем. Так, и вот так вот сделаем, ребятки, реально. Так, мы вот так вот сейчас мы тут сделаем. Лестницу мы сейчас уберем. Все, отлично, ребята. Мы тут главное то, что все забрали. Так, все. И я надеюсь, то, что реально тут никто не найдет ничего. Реально, никто тут ничего не заподозрит. Так, только надо как-то эту медвежью шкуру будет поставить сейчас. Вот, а то она реально не ставится. Ладно, давайте мы ее на входе сейчас поставим. Хотя, ладно, давайте мы ее не будем просто ставить. Так, давайте просто уже начать. Нужно добывать лаки-блоки. О, смотрите, там эндерпорталы. Так, житель. О, невидимая броня. Смотрите, кстати, это реально невидимая броня. То есть, вот, мы ее вот так вот можем одеть. Да. Ой, тут какие-то...
Так, все, отлично. Отлично, да, ведь? Так, все, отлично, да, серьезно. Так, давайте мы сейчас сломаем эти лаки-блоцки. Лаки-блоцки, ой-ой-ой-ой. Так, а тут вся лава, так. А, вот так вот мы сейчас их добыли. А, так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот, ребята, мне уже не нравится. Да, сейчас мы будем пробовать как-то добывать тут все. Давайте мы сейчас попробуем это, то, что тут что-то у нас годное появится, я надеюсь на это. Так, ну у нас тут ничего не появляется реально. В общем-то, друзья, на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайки. Сегодня я нашел сокровище у себя под кроватью, да, прямо секретные сокровища, которые находились у меня под кроватью, и разбогател. Ну, у микрофона был я, Евгенбой, всем удачи и всем пока-пока.